Один из самых знаменитых хоровых коллективов России выступил в минувшие выходные на сцене Самарской филармонии. Хор Владимира Минина отличает безупречный художественный вкус, стилистическая точность и виртуозная вокальная техника. На этот раз столичные гости порадовали самарцев произведениями Моцарта. Аплодировал великому австрийцу и Владислав Жирнов. «Реквием Моцарта» – одно из самых загадочных произведений мировой классики. Взять хотя бы тот факт, что до сих пор неизвестно, кто был таинственным заказчиком заупокойной мессы. Писал ее композитор уже тяжело больным и закончить не успел. Магия величественных звуков остается секретом и для артистов прославленного камерного хора Минина. Я объяснить это не могу. Я только знаю, что повесьте на заборе маленькую записочку «Моцарт Реквием», и у вас будет полный зал. Вот это я знаю. А почему это получается, не знаю. Думаю, что, конечно, знаете, ведь у Моцарта гений музыкальный опережал человеческое развитие. 45 лет исполнилось в прошлом году коллективу, который возглавляет Владимир Минин. И все это время божественный Моцарт неизменно в репертуаре камерного хора. У «Реквиема» достаточно много редакций. Самарские меломаны услышали наиболее популярный вариант Франца Зюсмайера, ученика австрийского гения. Пришли, во-первых, не только на Моцарты, на «Реквием», а в том числе и на Владимира Минина, который является человеком-легендой. И его трактовка, его слышание этой музыки нам очень интересно. Мы хотим еще успеть застать это время Владимира Минина. Почти готов уж «Реквием», но не пришел за ним «Мой черный человек», сетовал, если верить Пушкину, Моцарт в разговоре с Сальери. Зато прощальная вещь великого композитора в исполнении хора Минина всякий раз собирает аншлаг у самарских ценителей прекрасного. На этот раз своим выступлением коллектив завершил фестиваль искусств «Самарская осень-2018». Но концертный сезон Самарской филармонии по-настоящему только начинается. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев. Новости губернии.